связи с ужесточением в регионе мер защиты от птичьего гриппа в Белгородском зоопарке проводят вакцинацию пернатых. После вспышки инфекции в Воронеже и массовой гибели там редких птиц, ветеринарные службы нашей области работают в усиленном режиме. Оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии представил яркую премьеру – сюиту «Алхимик» по мотивам знаменитой повести Паула Коэльо. Автор – местный композитор Артем Нижник. Концерт прошел в Старом Осколе и в областном центре. В Белгороде стартовало первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Участвуют спортсменки из 15 областей. Лучшие попадут в сборную ЦФО и будут выступать в феврале на всероссийском первенстве в Казани. Главные соперники белгородок – московские гимнастки.